Здравствуйте, меня зовут Колесов Андрей и мой интернет-магазин kadot.ru. В этом видео я хочу рассказать про топор Grand Force Brooks, модель номер 445. Это самый большой топор Колун в линейке топоров Grand Force Brooks. И общий вес его составляет 2,7 килограмма. Общая длина рукоятки топорища 80 сантиметров. В комплекте идет специальный кожаный чехол. И идет специальная книжка, в которой описано про фирму Grand Force Brooks, про то, как топором пользоваться и всякие остальные ништяки. Топор авторский. На нем имеется клеймо LH. То есть это выковал кузнец по имени Линус Хеймер. Клеймо Grand Force Brooks Sweden. И особенность такая этого клоуна, то что мы здесь имеем специальный манжет, который защищает топорище. Топорище из гикори прямое. И на конце у нас этого топорища есть специальная такая насечка, да, я бы сказал, такая насечка, которая позволяет, чтобы рука ваша не скользила. То есть здесь она раз и так вот фиксируется с помощью этой насечки. Такая насечка еще делается на охотничьем топоре Grand Force Brooks. Тогда, когда у вас руки мокрые и в крови, когда вы разделываете тушь, чтобы у вас рука не скользила по топорищу. Сталь здесь шведская. Шведская бористая сталь. Топор закален до 60 единиц по Рокову. То есть это такая закалка, она практически не встречается ни в одном другом топоре других фирм. Классическая такая вот форма шведская, шведского колуна. Заточка имеет форму линзы. Вначале она идет, а потом уже раскрывается так вот. Топор выкован из одного куска стали. То есть это технология, которая используется на старых предприятиях Европы, когда колун либо топор куется из одного куска стали. Клина здесь два. Один деревянный, другой металлический. То есть это топор Rolls-Royce, я бы сказал, среди остальных топоров колунов. И по цене тоже соответствующий. Изготовление топора на самом высоком уровне. Все детали, все подогнано. Насажен топор идеально. Если посмотреть линию лезвия самого и топора, то он идеально насажен. Вообще ни одного градуса вообще отклонения нет. Вот. Такой мощный, самый тяжелый колон в линейке Grand Force Brooks. Он понравится любителям хорошего, качественного, дорогого инструмента. Рекомендую этот топор, колон для покупки. Так что покупайте лучше, про остальное забудьте.